Сегодня воскресенье, решил съездить в парк. Еду я по улице Маркони. Вот здесь такие пальмочки. И остановился, знаете от чего, друзья? А вот от того, что запах тут. И вот смотрите, февраль месяц. Погода прекрасная и начала цвести. Что это, я не знаю, что за дерево такое. Запах, конечно, стоит невероятный. Тут же рядом растет бамбук. Вот, посмотрите. Бамбук. Из него когда-то делали удочки. Вот самый настоящий бамбук. Ну, Маркони. Конец Маркони. Конец улицы Маркони. Это место, где живут достаточно богатые, состоятельные, скажем так, американцы. А вот там, смотрите, апельсины на деревьях растут. И вот такое улица Маркони, такая, конец улицы Маркони, вот такой. Пальмы, сосны, деревья, бамбук и цветущая, ну скажем так, яблоня, пускай это будет яблоня, хотя это не яблоня. Ну что сказать, желаю всем такой же замечательной погоды. Всем пока, берегите себя, своих близких, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.